сейчас идем гулять. Сегодня припозднились, но тем не менее надо. Итак, на улице сейчас 17 градусов. Через пару часов будет меньше 15-14. Сейчас покажу, как Мирославу одела. Вот так вот утепленные штанишки и комбезик. Друзья, поздравляю вас с праздником! Сегодня День Победы, 9 мая. Спасибо нашим бабушкам и дедушкам за то, что подарили нам жизнь и свободу. С праздником! Ура! А мы сейчас нашли какую-то полупустую улицу, где совершенно нет машин. Садовническая набережная. Садовническая набережная, Миша подсказывает. В общем, снимаем наш новый влог, скоро он выйдет на канале, и там мы покажем нашего Мирчика. Мы шли и попали в перекрытие. Миша снимает нас для YouTube-канала нашего, а я снимаю сторис.